1 сентября в Ленске открылся первый в Якутии Роснефть-класс. Образовательной площадкой для подготовки будущих специалистов определена Ленская средняя общеобразовательная школа номер 1. На торжественной линейке состоялось посвящение учеников 10 Б классов «Нефтяники». Подробности далее. Корпоративная система непрерывного профессионального образования «Школа вуз-предприятие» направлена на формирование внешнего кадрового резерва, начиная со старших классов общеобразовательных организаций. В лучших школах в регионах присутствие компании осуществляет свою деятельность 10 и 11 Роснефть-классы, открытые при поддержке обществ группы нефтяной компании «Роснефть». Это первый Роснефть-класс в Якутии, и, наверное, не случайно он открывается в городе Ленске, который, по сути, уже стал городом нефтяников и газовиков. Поэтому мы надеемся на достойную смену, которая будет подрастать в этих стенах на этой земле. Конкурсный отбор десятиклассников Ленского района был объявлен еще в апреле. Ребята прошли три этапа испытаний – экзамены по математике, физике и химии, тестирование и собеседование. В итоге комиссия отобрала 22 ученика из числа лучших по показателям успеваемости – участников олимпиад, мотивированных в выборе будущей профессии. Приходят крупные компании, и мы заинтересованы, чтобы наши дети продолжили профессиональное становление в этих крупных компаниях. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.